Переработчики пластиковых отходов просят запретить экспорт сырья из Казахстана и предлагают освободить от налогов сборщиков мусора. Вот такие вот интересные прозвучали у нас недавно предложения. Давайте их обсудим. Программа «Время говорить». 20 минут прямого эфира. Пишите. WhatsApp всегда будет у вас на экране. Итак, в студии Батырбек Аубакиров, председатель Ассоциации упаковщиков Казахстана. Клара Абдрахманова подключается по скайпу. Это исполнительный директор товарищества Green Technology Industry. Здравствуйте, Клара. Вы нас слышите? Да, здравствуйте. Ага, добро пожаловать. Ну, господин Аубакиров, давайте с вами. Что за революцию вы хотите провести? Почему вы хотите запретить экспорт? Это не конкурентная мера. И плюс тому еще и налоги убрать с тех, кто собирает мусор. Добрый день, Данил. Спасибо за приглашение. Да. Тема очень актуальная. К сожалению, в Казахстане отсутствует система экономики замкнутого цикла, которая подразумевает, что отходы потребления, упаковка должна быть снова возвращена в оборот. Так. То есть в этой связи мы видим следующую картину. Производители минеральной воды, соков, напитков и соков в Казахстане достаточно уверенно занимают свою позицию. Казахстанский импорт, тот же Боржоми, Кока-Кола. Очень много производителей минеральной воды, напитков и соков. Вот. Вы как потребитель покупаете, выпиваете и выбрасываете эту бутылку. И дальше вы не знаете судьбу данной бутылки. Ну да, но вот. Я все сортирую. Нас вот на Сутане просят, сортируйте. Вот, кстати, зачем я сортирую, потом, я не знаю. Да, что потом вы не знаете, да. Да. Я вам расскажу. Есть два пути, по которым она идет. Первое, либо она выбрасывается, сжигается, захоранивается где-то на полигоне, либо по пути на полигон. Угу. Либо второе, ее собирают, прессуют и вывозят. Так. И зачастую незаконно. Незаконно я в плане того, что без уплаты пошлин, налогов и других платежей. То есть это происходит так, знаете, в основном 90% скапливается на полигонах. Кто их собирает? Это не граждане Казахстана однозначно. Мы изучали данный вопрос. Вот. Зачастую это граждане других стран, работающих зачастую нелегально. У нас на наших полигонах. Да, на наших полигонах это целый клондайк. Клондайк сырья. Так. Наши заводы не имеют доступа к полигонам. Хотя они есть. Хотя я знаю, полигоны что есть и наши. 10 с лишним, да, по-моему, у нас заводов по переработке. 14 заводов? 14. Да. И дело в том, что полигоны это такое, знаете, как terra incognita, туда никто никого не пускает. Это целая экосистема. Там работают люди, собирают, прессуют и вывозят в разных направлениях. Вот. Где-то с какими-то полигонами мы работаем, где-то они идут нам навстречу, мы с ними там покупаем у них под бутылку, макулатуру и другое вторичное стекло и другие вторичные материалы. Но крупнейшие и крупные вообще полигоны, они зачастую все это продают без уплаты налогов, без уплаты, там, без, соответственно, не показывают другие объемы в некоторые моменты, они продают за рубеж. Эта индустрия у нас какая-то, в общем-то, аморфная и совершенно не цивилизованная. Закрытая, да, закрытая, да, да, закрытая. Вот мы хотели бы немножко. Слушайте, ну а по данным, я посмотрел, Минэкология говорит, что у нас там под 100 тысяч значит, тонн в год, это вот пластик, да? Да, все правильно, это официальный это ответ. Это все уходит, официальный получается, ответ. Но видите, смотрите, куда. Пластик пластику рознь. 90 тысяч тонн нам написал официальный ответ Министерства экологии. Так. Но они не раскрыли, какие именно пластик. Пластик это полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливилхлорид, ПЭТ. То есть мы не поняли, 90 тысяч всего. Опять же, по нашим данным, это как минимум в 3 или 4 раза больше. По нашим данным, потому что это и окна, и стройматериалы, и другая продукция именно в пластике, если брать. Но окей, нам дали такую информацию. Нам также дали информацию, что примерно 3,5% из этого объема перерабатывается. Данил, если 3,5% перерабатывается, то 96,5% что, где? Где они, где эти отходы? Это вопрос экологии, и плюс еще вы сказали, что контрабанды, это да? Это Министерство экологии нам дает информацию, но оно не дает нам информацию, куда они исчезают. Я подозреваю, что нарушается экологический кодекс, идет глобальное у нас просто захоронение, все. Страна большая. Либо вывозят, озвучены данные, никто что не Россию, знает, сколько вывозят. В Россию вывозят и в Узбекистан, оказывается. Ну, потому да. что там есть меры поддержки. Это вывозят, да, но сколько вывозят? Мы никто не знает в этой стране. Вот я а правда это золотое дно, золотая жила это или нет? Это очень серьезный бизнес. Это очень какие серьезный обороты? Бизнес. Да, вот давайте приведите смотрите, такую цифру, чтобы да, было понятно. По оборотам, условно говоря, переработка. Вот если бутылку вывести, вы так. можете заработать, условно говоря, 250-300 тенге за килограмм, если вы ее продаете. Если вы из нее делаете гранулы
или, условно говоря, вы дробите ее, вы в 2-3 раза больше зарабатываете. Если делаете волокна, там чуть не в 5-6 раз стоимость вырастает. Это первое. Второе, экспортный потенциал. Мы можем наш мусор, условно говоря, превращать в экспортный товар. Можем продавать, и сейчас у нас готовы покупать Восточная Европа, Россия, Китай и другие страны. Узбекистан прекрасно над этой работает. Ну давайте да, подключим у нас Клару Абдрахманову. Она вот ожидает по скайпу ТО Green Technology Industry. В двух словах о вашем предприятии. Я так понимаю, что вы занимаетесь переработкой и знаете проблему, что называется, от и до. Да, здравствуйте, уважаемые зрители. Наше предприятие введено в эксплуатацию с 2018 года, и до сегодняшнего дня мы только и перерабатываем ПЭТ-отходы. И, к сожалению, из-за того, что это сырье из-под рук уходит для поддержки производства соседних стран, у нас с каждым годом все меньше и меньше производственная мощность уменьшается, к сожалению. Вот если в цифрах я могу озвучить... Давайте, конечно, вот, конечно, чтобы понятно было. Да. У нас производственная мощность — это в год где-то 65 тысяч тонн ПЭТ-отходов. Из него можно выпускать 50 тысяч тонн химического волокна. Оно является высоколиквидным сырьем по всему миру. К сожалению, в Казахстане такого производства нет. У всех уровень переработки ПЭТ-отходов останавливается на уровне ПЭТ-флексов, к сожалению. В этом году уже в течение 6 лет идем к тому, чтобы запустить производство волокна. Но здесь у нас большая проблема, это риск для нашего производства, это нехватка сырья по этому отходу. Ну, подождите, а как вот вы взаимодействуете, вопрос... да, вот смотрите, как вы взаимодействуете, вы вообще в каком регионе, уточните, пожалуйста. Туркестанская область, Туркестанская. Под Чимкентом. Да, ну это мегаполис, там пластика, наверное, уйма. А как вы взаимодействуете с теми, кто вот содержит полигоны, и как вы находите себе сырье? Вот знаете, вот по системе РОП, которая, к сожалению, сейчас не работает. У нас была хорошая, это налаженная поставка ПЭТ-отходов. И мы в достаточно хорошем количестве получали от сборщиков ПЭТ-отходов. К сожалению, сейчас эта система приостановилась, и мы ощущаем большой дефицит. И в связи с этим даже ТО вынуждено импортировать это сырье. То есть вы завозите мусор? ПЭТ-мусор? Ну да. Ну, ПЭТ-мусор. Ничего себе, мы это как в Европе там у нас там. Да, у... Хотя своего мусора должно быть. Да, я вас понимаю с точки зрения бизнеса, потому что производство должно работать. Это рабочие места, да. В конце концов, это налоги и все остальное. Рабочие места, налоги, кредитное обязательство, это и, все. Да, ну вот ваши планы по производству вот таких вот экспортных продуктов, они сейчас, получается, под угрозой, я так понимаю, да? И что вы предлагаете, чтобы... Да. Да, вот как представитель отрасли, что вы предлагаете, что нам необходимо здесь, какую реформу провести? Вот в первую очередь заново оживить или наладить систему РОП, это компенсация этих затрат по сбору и транспортировке ПЭТ-отходов, чтобы у наших отечественных сборщиков, сортировщиков был стимул продавать отечественным переработчикам, как мы, ПЭТ-сырье. Это первый ближайший шаг. И второй, он более глобальный, который многие против этого, кто экспортирует сырье в соседние страны, это запрет на вывоз ПЭТ-отходов. Запрет. Да, спасибо, оставайтесь на линии, мы сейчас к вам вернемся, пожалуйста, прокомментируйте. Спасибо, да. Вообще, Данил, у нас в Казахстане отсутствует господдержка именно по системе сбора. Вот как отметила Клара. Почему весь бизнес всегда ждет господдержки? Объясните мне. Вы сами не можете вообще ничего делать. Что ли? Почему? Нет. Здесь вопрос не в этом. А в том, что экология, вопрос экологии, вопрос взаимодействия между загрязнителем так. И тем, кто перерабатывает. Наши заводы, они, может быть, будут работать. Они будут покупать сырье, отходы из других стран, условно говоря. Но Европа, если она первая, все свои отходы переработала, и ей не хватает других отходов, и она закупает. Да. Мы же... 90, как вы видите, 90 с чем-то, 96% мы не переработали, мы не знаем, где они находятся. Мы приходится там закупать. Система сбора. Должна быть очень развита система сбора. Клара отметила программу EcoColdAO. Это очень сильная программа оператора РОП. Там выплачивались субсидии тем, кто собирает. Но
они как собирают, они должны продавать нашим заводам и только после этого получают субсидии. И это работало? Это очень прекрасно работало. Это только один год работало, 2021 год. На самом деле, на тот момент работали очень сильные функционеры. И мы считаем, это такая ноу-хау программа инновационная, которая учитывала интересы всех. И тех, кто собирает, и тех, кто перерабатывает. Но, к сожалению, после известных событий, после задержаний, после следственных действий «Антикор», данная программа приостановлена, поставлена на паузу. И в этой связи, что там происходит, мы пока не знаем. Нам обещают, что программа заработает. Когда, мы не знаем. Ну, а пока Клара вот завозит, собственно, мусор из-за рубежа, чтобы работать. Ей приходится делать. Надо менять. Очевидно, надо менять подходы. Давайте по пунктам тогда накидаем. У нас осталось где-то минут 5 прямого эфира. Что нам необходимо в первую очередь сделать? Данил, первое, мы считаем, надо все-таки вывести из тени. Так. Всех сборщиков, вывозящих сырье за рубеж. Как? Первое, запрет. Надо ввести запрет, запрет на вывоз ПЭТ-отходов. Первое. Второе. Сырья будет много. Наши заводы готовы увеличить стоимость закупа, стоимость, увеличить мощность переработки, увеличить глубину переработки. И третье, они готовы встречным обязательствам. Это установка фандоматов. Это специальные аппараты, которые принимают бутылку. Тоже как да, в Европе, конечно. Кстати. То есть в цивилизованных странах бутылка она вообще на полигон не уходит, понимаете? Это, вот это интересная мера. Концепция. Да. То есть, чтобы она не доходила до мусорного бака. Да. Сразу шла мусорный переработка. Бак, все, она перемешалась, ее надо мыть, она уже запах приобретает. То есть, она даже в чистом виде попадает либо на пункты приема, которые должны быть так. В регионе в нашем, либо на те же самые фандоматы. Так. То есть нам должно быть выгодно, нам должно быть интересно сдавать. Вот. И налоги. Вот я коснулся этот вопрос. Да? К сожалению, мы сейчас облагаем налогами те предприятия, которые участвуют в снижении экологического загрязнения. То есть, да, понижают это. И в этой связи мы считаем, что здесь должны быть какие-то поблажки, поддержка, либо государство должно направить свои усилия на то, чтобы поддержать этот слой, который не вы, Данил, который вот стоите сейчас сегодня, да, такой аккуратно в костюме. Очень много людей сейчас по полигонам, по мусорным бакам, ездят на газелях, работают с торговыми центрами, покупают это вторичное сырье, либо собирают его, очищают, моют и продают. В этой связи должна быть общая комплексная оценка. И мы в этом плане просим огромную позицию, чтобы заняла такую четкую позицию, ясную позицию Министерства экологии. К сожалению, Министерство экологии на сегодняшний день в этом плане практически не ведет работу. Может быть, общими какими-то ведется работа, но прям четкой программы, четкого понимания, как эта работа должна двигаться, у нее нету. Вот. И Министерство индустрии. Мы считаем, что Министерство индустрии должно очень плотно работать с Министерством экологии. Почему? Потому что для Министерства экологии ПЭТ-бутылка – это отход, так. А для нас это сырье, сырье. Которое, из которого мы будем превращать уже готовую продукцию, в том числе сырье для легкой промышленности. Если это волокно будет выпускаться в Казахстане, те же куртки, те же зимняя одежда, мы можем как, это же как синтетические волокна. Да, это можем, будет да. крутой бренд, да, да, да. Отечественный, экологичный, да, это вас, может востребовано быть вас, очень сильно. Кому интересно, вот мы готовы свозить на наши заводы, показать цикл, как мы это видим, показать, что, какие проблемы существуют. И мы, как самое главное, эти перерабатывающие заводы, в конечном итоге, в ближайшее время мы готовы взять на себя эту проблему с ПЭТ-загрязнением в Казахстане. Полностью готовы инвестировать в инфраструктуру, в сбор, переработку. Это сектор очень выгодный. Мы хотим еще налоги платить и экспортировать свою продукцию. Если можно, госпожа Абдрахманова, вам слово. Что можете добавить по этому поводу? И вы, действительно, может быть, вам сейчас стоит какую-то программу принять, ну, не знаю, вот эти фондоматы, да, вы сказали? Фондоматы, да. Фондоматы начать устанавливать. Либо как-то нестандартно пойти и действовать. Потому что государство, по-моему, в этом направлении сейчас, ну, я так, судя по словам вот представителя ассоциации, понимаю, что даже, ну, не щекотится, что называется. Может быть, вам что-то стоит делать уже самостоятельно, менять структуру вашего бизнеса? Вы знаете, чтобы обеспечить себе сырьевую безопасность, изначально, вот при начале строительства нашего завода, мы уже изначально начинали создавать такие структуры сборщиков и поставщиков ПЭТ-отходов, которые работают только на наш завод. И в том числе это дает такой мультипликативный эффект по проекту. Например, сборщиков мы финансируем за счет инвестиций, частных инвестиций, иностранных инвестиций, чтобы они организовывали места раздельного сбора
в таких больших городах, как Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Туркестан. Также мы частично участвуем в проектах по установке фандоматов. Это тоже больших денежных средств стоит, потому что этот проект как бы экономически не окупается, но он является таким мощным толчком, как бы повысить культуру раздельного сбора у населения, чтобы они сдавали в чистом виде сырье для нас. И, как бы сказать, в процессе реализации нашего проекта мы также сталкивались с такими проблемами, что мы вот готовы были с полигонами работать, у которых образовывается в больших количествах сырье для нас, но, к сожалению, они к нам навстречу не идут. Они уже... Самые монополии даже в этом секторе, да, получается? Я просто... Сейчас идет борьба, да, у нас целая комиссия заседает, постоянно премьер там ее возглавляет, комиссия по демонополизации экономики. Может быть, нам и эти полигоны демонополизировать? Правильно, Данил, вы абсолютно правильно мыслите. Значит, кто-то там что-то делает, темные делишки там какие-то. Да, к сожалению, у нас в стране есть такая проблема. И мы уже обращались в соответствующие органы. Мы писали, мы проводили на площадке Атамике несколько совещаний. Мы организовали комиссию, мы выезжали на полигоны. Мы зафиксировали нарушение экологического законодательства. Писали письма в агентство по защите конкуренции. Мы писали письма в прокуратуру. Мы надеемся, что в ближайшее время АЗРК во главе с господином Жумангариным примут конкретные решения. И нас будут, мы будем услышаны. Почему? Потому что так дело не должно больше продолжаться. Президент Токаев объявил, что новый Казахстан. Да. Мы хотим по-новому взглянуть. Новая экономическая политика у нас будет. И мы не хотим бояться говорить об этом, стесняться говорить об этом. Данил, благодаря вашей площадке мы можем всей стране сказать, что сейчас происходит в этом секторе. И мы хотим, чтобы он был прозрачный, и никто не боялся и не избегал платить налоги. Мы хотим, чтобы налоги для сборщиков были отменены, потому что, в принципе, никто там из сборщиков не платит налоги, да, налогов. Ну а мы, переработчики, мы готовы эти налоги заплатить, загрузите. Мы покажем экспорт, мы покажем импортозамещение, то есть наша легкая промышленность, мебельная будет развиваться. И в конце концов мы будем заплатим налоги за всех. За весь наш мусор мы заплатим налоги. Ну, плюс, в конце концов, да, цивилизованные правила игры будут. Да, плюс фандоматы, и это как мирофандоматы. Это же еще должна быть комплексная поддержка. Это в кинотеатрах должны быть ролики. Детей должны обучать тому, что не надо выбрасывать куда попало. Отнеси фандомат, сдай, там, не знаю. Это должна быть комплексная работа. Вот вы говорите, что вы без государственной поддержки вы ничего не можете. Но, к сожалению... А может быть, к счастью, это же должно быть государство направлять, да, целые сектора. Стратегия, целые понимание. Сектора. Конечно, конечно, это, конечно. Это должно быть конечно. У профильного министерства. Дайте нам хотя бы у Министерства экологии, хотя бы. Данил, если будет господдержка, и как минимум, если профильные где-то министерства будут не мешать нашим заводам работать, 3 года, и мы создадим инфраструктуру в Казахстане. Вот смотрите, под конец много вопросов поступает. Спасибо, что пишете. Мы в прямом эфире. WhatsApp, значит. Раньше ставили мусорные баки специально для пластика, и сейчас есть. Оно помогает, знак вопроса. Тоже вот хороший вопрос, я им задаюсь, сам всегда сортирую. Так, для создания жителей города вряд ли самостоятельно сортируют мусор. Дальше это хорошо, понятно, спасибо. Почему бы не включить вас в разработку этой программы? Какой программы? Когда правительство будет привлекать профессионалов, а не дилетантов? Тоже хороший, правильный вопрос. Но вот сейчас, наверное, оно этим занимается. Но самое главное... Вы со своим ПЭТ не решите проблему ТБО, их очень много. Не решу? Не решите проблему ТБО. Ну, много. Смотрите, ТБО это очень большой, да, да, спектр. Мы сейчас бьемся за основные 3. Это ПЭТ, это макулатура, стекло. Угу. То есть, условно говоря, если есть одна большая проблема, мы должны ее разделить на несколько частей и с чего-то начать. Мы сейчас занимаемся решением проблемы именно ПЭТ отходов. ПЭТ – это те отходы, которые, к сожалению… Пластик, да. Да, пластика, которые сейчас не отрегулированы. Но, тем не менее, для кого-то это очень выгодно, и я так понимаю, что идет контрабанда даже вот этой части, собственно, этих отходов. Да, спасибо большое за вашу активную позицию, спасибо, удачи вам. Клара, вам тоже. Да, я надеюсь, что вы свои проекты все реализуете у нас, и у вас там в Туркестанской области будет гораздо чище. Да, удачи вам в вашей работе. Спасибо большое, это была программа «Время говорить». Смотрите нас каждый будний день. До свидания.